Всем привет, друзья, добро пожаловать на наш канал. Привет! Наша большая команда. Еще бабушка там, да, собирается. Мы сегодня идем на завтрак не просто в ресторан, а а-ля карт ресторан. Слышали когда-нибудь такое? Ой, все, свет выключился. А кто карточку? Я. В общем, мы идем в а-ля карт ресторан на завтрак. Зачем тебе карточка? Пойдемте. Выходим. В этом отеле есть много а-ля карт ресторанов, и один из них это а-ля карт, где есть завтраки. Мы заранее записались на 10 утра, и сейчас пойдем посмотрим. Я первый раз буду на завтраке а-ля карт. Мне не хватало, я не успела, поздоровалась. Всем привет. Здравствуйте, да. Good morning. Доброе утро. Thank you. Такие вот все доброжелательные. А я кушала. Кого кушала? Чипсы. Чипсы? Да. Замечательно. Номере. 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 Она номере. Номере чипсы кушала. Прекрасно. Все, идем. Надо зайти еще на ресепшн. У нас в номере не работает кондиционер. Один. У нас их два, один не работает. Да, Настя. Хорошо. Так, мы сейчас в поисках ресторана Dolce Vita. Не, в основном мы не идем в ресторан. Мы идем в Dolce Vita. А сегодня еще по плану у нас пойти на море. Я взяла маску, хочу все-таки попробовать покупаться. Для меня вода прохладная, потому что я люблю очень теплое, чтобы прям вода была. Вот, ну, посмотрим. Может, сегодня погода позволит. Ветра, если не будет, то, в принципе, возможно. Ты быстрее идешь. Ну, сейчас бы в Турции платишь, как бы мы бы еще не смогли бы походить. Как курочка. А здесь платьишки, сарафанчики. Красота. Да. Все, вот он. Dolce Vita ресторан. Хорошо, давай. Настя, проходи. Так, ну что, мы тут сели. Сейчас будем смотреть а-ля карт завтрак. Что тут есть по меню? Если у вас пищевая аллергия, тра-та-та, не надо. Так, на арабском, на английском. О, на русском. На столе три вида варенья и меда. Яйцо пашот с куриной колбасой, яйцо пашот с говяжьей колбасой, яйцо пашот с копченым лососем. Вот я думаю, что мы возьмем яйцо пашот с копченым лососем. Угу. Омлет, вареное яйцо, форель с хумусом, салат с помидорами и луками, десерты, вафли, блинчики и панкейки. Я буду блинчики. Я тоже блинчики. Вы тоже блинчики? Панкейки, блинчики или вафли? Панкейки, блинчики, вафли. Нет, выберите что-нибудь одно. Вафли. А только это есть? Может, Настя хочет яйцо еще с пашотом. Не хочешь? Яйцо пашот с копченым лососем. Яйцо. Короче, яйцо с красной рыбой. Я хочу вафли с блинчиками. Ладно. Яйцо с красной рыбой. Ну да, собственно. Осторожней, пожалуйста. Хорошо, дядя нальет тебе, ты аккуратнее с этим. Вот, я... Так, а здесь еще кроме заказывания можно еще пройти что-то взять. Так, видимо. Овощички. Здесь какой-то хлеб. Пончики, булочки. Йогурты. Здесь фрукты, сухофрукты есть. Орешки, яблоки. И здесь всякие сыры. Колбаски. Такое вот тоже можно взять. Я думаю, что мы сейчас возьмем все попробовать. Я взяла, сходила вот такой вот разный сыр, орешки. Интересно, очень здесь хлеб такой, он с оливками. Смотрите. Дай Насте тоже. Детям вон всякой зелени взяла там. Тут я огурчики так испортила. Да? Не очень вкусно? Но они не такие, не влажные. А, ну подсохли чуть-чуть, лежали там.
Обожаю здесь манго-сок. Вот что мне нравится в Египте, это то, что здесь есть сок из манго. Вчера на ужин были манго, и вообще просто обалденно вкусно. Не любишь клубник? Это апельсиновый у тебя. Вот клубничный, хотите попробовать? Они что-то манго не любят, а я люблю манго. Так, а вот принесли яйцо пашот с рыбой. Нет. Это блинчики потом будут. Сначала это, потом блинчики. Не хочешь? Настя, это тебе. Это яйцо пашот с рыбой. Не хочешь, Керем? Давай я тогда буду есть. Это грибочки, грибочки вам не надо есть. Ну, в принципе, выглядит аппетитненько. Я думаю, что это очень вкусно. Керем отказался. Не знаю, попробую. Бенес. Нет, какой-то желтый он. А у тебя какой-то не пашот. У тебя пашот немножечко вышел из своих границ. У меня пашот не получил. Давай, Денир. Покажи, как это. Ой, боже, какая вкуснятина. Я думаю, у них просто не нашлось одного еще яйца. Пашот, они мне просто яичницу принесли. Да нет, он видно, что это пашот, просто вон он разошелся чуть-чуть. Ничего страшного. Хочешь вот этот возьми? Да это то же самое, просто он разошелся. Ого, Демир. Вкусно? Принесли блинчики, но они прям... Настя, зачем ты руками? Это вилка вон есть. Один блинчик так долго готовился? Ну, полчаса мы ждали только. Шоколад. Да, давай, наливай. А все больше нет? Мы просто опять заказали. Ну, ее надо больше выпить, не хватило. А, я думала, не накатили. Давайте, кушайте. Давай, давай. А нам нету, ты сказал уже, да. Давай. Несет. Нам несут еще? Да. Ну, Керем точно будет голодный, потому что один блинчик ему это вообще прям... Он не стал есть это яйцо в пашот. Ну да. Там рядом. Можем прям сразу сейчас пойти в снег. Вот еще блинчик. Интересно, вкусно? Спасибо. Какая красота. У тебя все капает. Демир, на телефон, на футболку, на все подряд. Сняла. Не падает. Ты молодец. Ты не испачкай футболку только, ладно? Настя, а ты будешь кушать или ты будешь сидеть смотреть? Ну, наливай. Наливай. О, здесь еще. Вот это лепкая. Ну, давай. Вот солнце. Так, ну что, мы позавтракали. Единственный минус, это то, что очень долго ждать. Блинчики мы ждали минут 20, наверное. Яйца тоже минут 20. Короче, в общей сложности завтрак у нас яйца занял. Яйца первые пришли. Они так просто. Яйца первые пришли. А блинчики вообще... Да. Едем сейчас на море. Ну, вкусно было. Мне очень понравилось, очень вкусно. Так что это... Настя, давай на солнце. Идем в тенечке. Знаете, в тенечке прохладно. Ветер прям так дует. Тебе не больно, эту сумку ты тащишь? Сегодня у нас будет день на море. Поэтому сходила сейчас в спа, кстати, думаем, заплести Насте косички или не заплести Насте косички. Не решили. Сначала сказали 100 евро, потом 80 евро, если без ниток 50 евро. Ну, короче, не знаем просто по времени, когда мы сегодня вечером в город уезжаем. Завтра у нас экскурсия, поэтому пока не решили. Все, на солнышке жарко теперь. Все, автобус нас отчалил. Нас ждет, но мы туда, наверное, не влезем. Ну да, он же видишь нас ног, куда мы там? Тут так ярко, такие цветы, такие эти краски прям вообще. Красиво. Где наш автобус на пляж? Может, там пешком проще пойти? Не знаю. С горочки.
Да здесь недалеко. Что тут? Что мы сегодня? А вон едет до наш автобус. Где? Вон. Другой. Вот нам надо сюда доезжать до конечной остановки сюда. Да, и тут вот дошел, и прям наш это. А, вот, мам, за тебя! А это до аквапарка едет, который не работает. А, видишь, аквапарк отдельно, да, ездит автобусы. С 10 до часу. Поехали. Я назад сажусь. Мы все сели и едем. Едем. Где далекие края, держитесь. А нам не туда было? Ну, он, наверное, знает, как нам ехать, куда. Да ничего страшного. Покатаемся. А вот на парк недалеко ехать. Быстро едет. Страшноватенько. Я ногу вот сюда, вот за то мой этап. А я тебя держу. Держишь меня, Настя? Да. Я вот так вот делаю. Все прекрасно. Вот так вот. И вот эти муряки. Все, уже на солнышко, уже жарко становится. Да, я бадитку. Значит, только не упускай. Еще одна остановочка. Там как американские горки будут. Держитесь. Американские горки. Американские горки. Страшно. Страшно, американские горки. Держишь меня, Настя? Да. Чтоб я не улетела. Американские горки. Такие прикольные. Щекотно, да. Щекотно. Тут народ загорает. Мама! Это скорость. Это скорость. Это полиция. Кстати, в автобусе вообще никого нет. Кроме нас. Кроме нас. Так, приехали на пляж, надо искать шезлонги. Здесь только тебе белое и розовое. Да, и розовое. Манго нету. А я вообще попросила и манго, и белое. Ну, белое манго. А вчера розовое и манго. Так, ну что, попробуем покупаться. Там все вон с масочками плавают. Мы тоже хотим. С масочками. А если холодная вода? Значит, не будем купаться, все очень просто. А если чуть-чуть холодно? Мне тоже так кажется. Но все купаются, мы тоже должны покупаться. Хоть разочек в море. Да? Так, где акулы? Говорили, здесь акулы есть. Да вот не брызгайся у меня. Зачем ты брызгаешь сразу? Водичка правда. Ой, вот рыбка. Все, я увидела рыбку. Все, можно идти? Да, вот рыбка, смотрите, плавает. Вот. Ай! Да вот же она. Настя, ну вот. Ты очки сними, не видишь ничего. Ой, холодно. Ой, ты тёпленький такой. Летающая рыба. Летающая? Она полетела? Просто они такие маленькие бывают. Смотрите, где такая глубокая. Ладно. Тут такой плавненький заходик, очень мягенький прям. Ну, очень холодно. Очень... Да, Демир, да куда ты на меня залазишь? Давай, давай, потихонечку, тут можно постоять чуть-чуть. Настя уже практически полностью зашла. Танцуем, танцуем. Танцуй. Кирилл, только не брызгаться. Будешь брызгаться, я выхожу сразу. Я тоже. Настя, нет, не брызгайся. Один, два, три. Не надо так. Давай потихонечку, да.
Я не знаю, вода холодная для меня. Для меня тоже. Для мира. И для всех, кто здесь купается. Но все купаются. Молодец. А Демир? Демир пока не молодец. И я тоже пока не молодец. Так, нет, Керем, ты начинаешь брызгаться. Не брызгайся, подожди, мы сейчас зайдем. Ты ногами пропускаешь. Демир, давай. Нет, ну Керем, пожалуйста, я сейчас постепенно, спокойненько зайду. Не люблю, когда брызгаются. Ой, на мизинчика сейчас хожу. Почему? Он же молодый. Мам, а ты видел, внизу там песок кривый? Кривый песок? А когда такой? Ну, он такой волнистый просто. Все, давайте чуть-чуть постоим здесь, согреемся. И будем... Я не могу нормально встать. Я танцую. На цыпочках. Давай, иди, Настя, давай. Мам, Настя. Настя. Настя, давай. Если он сломается, невозможно вникнуть. Да, один, два, три, вниз с телефона. Мама, Мия! Мама, не иди тебя! Мама! Мама, трава туда! Да там трава просто. Я боюсь траву. Подождите, мы еще не дошли куда надо. В общем, подвожу итоги нашего плавания в море сегодняшнего. Это, конечно, был просто ужас. В общем, здесь такой плавненький заход. Идешь, 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 а потом начинаются рифы. Ну, их немного здесь прям. То есть, ну, вот такой, знаете, лайтовый, кто любит, боится всяких вот этих вот огромных кораллов, как я, например. Но здесь вот самое то. Люди плавают, смотрят, как бы немного рыбок так, ну, нормально. Видели, вот видео я немножечко снимала там. Вот, но самое страшное было не это. Самое страшное было, это когда мне Настя испугалась, и я испугалась тоже. Ой, ветер. Сейчас ветер закончится. В общем, мы поплыли смотреть рыбок. Я, Демир, Настя и Керем. У Демира с Керемом обычные очки, а у меня вот эта вот маска. Я думаю, ну, поплывем, посмотрим. В общем, мы начали подплывать к этому рифу. Я смотрю рыбок. Демир, Керем у меня плавают хорошо. Они просто в маске, ну, в очках и, ну, плавают, собственно, там. Вот. Настя, естественно, плавать еще не умеет. Она в кругу, на рукавниках. И тут начинает у меня Демир орать, когда он увидел этих рыбок. Он испугался, говорит, а, тут рыбы, тут рыбы. Я говорю, да, мы приплыли рыб смотреть. Демир, что ты кричишь? Керем как бы вообще там, о, так классно, так красиво, наоборот, в общем, такой довольный. Вот. И тут слышу, Настя начинает орать. Мама, мама, я поднимаю голову, смотрю, она течением ее немножечко унесло, получается, на этот риф прям,
И она орет, я говорю, плыви сюда. Она как бы, ну, может плавать в кругу, то есть она может до меня доплыть, все. Но тут она просто лежит на этом кругу, на рукавнике, смотрит вниз и орет просто нереально. Я понимаю, ну, я опускаю голову вниз, я смотрю, она прям над рифом. А там, не знаю, сантиметров 20, может быть, 30 максимум до этого рифа. Я понимаю, что она ногами его трогает, и она не может плыть. И просто кричит, и ее все дальше-дальше уносит. Я испугалась, ну, понимаю, что нужно ее спасать, да, там, ее плыть к ней. Я смотрю по сторонам, что-то у меня тоже такая паника. Я ей говорю, Настя, успокойся, говорю, плыви сюда. Она смотрит на этих рыбок, а вода же прозрачная, красиво так прям. Она плачет, начинает просто орать, мама, мама, мама. И я за ней плыву. А мы, ну, она от меня прям рядышком на расстоянии, там, ну, наверное, не знаю, 5 метров, то есть рядом, в принципе, мне там доплыть чуть-чуть. И я начинаю за ней плыть, и я начинаю трогать эти кораллы. Ну, там не кораллы, там типа как камни какие-то, ну, буйки такие прям огромные. И я по ним прям начинаю царапать себе ногу, у меня вот вся нога поцарапана. Ну, как бы это вообще не важно. Я хватаю Настю, она кричит, говорит, акула, акула. Я говорю, какие акулы, Настя, блин, тут нет никаких акул. А я понимаю, что она видит этих рыбок огромных, они там большие, маленькие, разные. Для нее это прям вообще ужас такой. Вот, и я ее хватаю, оттуда вытаскиваю, тут Демир еще кричит, мама, мама, я боюсь. Я говорю, короче, все, говорю, для вас, говорю, закончились просмотры рыбок. Я их хватаю и выхожу из моря. Ну, в общем, знаете что, вот Настя испугалась, конечно, она, видимо, не ожидала. Мы привыкли, там, в Средиземном море, там нет никого, никаких рыбок, ничего, там очень редко можно увидеть рыбок. Ну, они есть, конечно, ну, как бы не в таких количествах, как здесь, они еще все здесь разные, разноцветные, огромные, маленькие, в общем, разные рыбы. Вот, и, в общем, я вытащила Настю, Демира, и мы с Керемом потом уже спокойно пошли, поплавали, я уже ни телефон не брала, ничего, поплавали, спокойно посмотрели с ним рыбок, ему очень понравилось, он прям вообще в восторге, такой, говорит, так красиво, и мне понравилось, и вода классная, сначала заходишь, вроде прохладно-прохладно, а потом уже, когда плаваешь, прям вообще супер вода. Друзья, я сильная мерзлячка, я в Турции заканчиваю плавательный сезон, наверное, ну, в конец сентября максимум, то и раньше, потому что для меня уже море холодное. Но здесь мне прям понравилось вообще. Нормальная вода, народ весь купается, все купаются, то есть вообще классно. Загораем, вон мы все уже красные просто. Вот, ну, супер, короче, мне понравилось. Ну, Настя, конечно, я испугалась сильно. Ну, слава богу, все нормально. Тоже моя ошибка была, надо было ее вообще не брать. Я не думала, что такое прям течение. Она как бы плавала рядышком, то есть, ну, нормально все было. Тут ее прям что-то как-то сильно прям понесло в эти... В общем, ужас какой-то. Все, ладненько, друзья, дети ушли в мини-клуб, уже мы их переодели, сейчас пойдем с мамой посидим чуть в баре, тоже запишем видео еще для вас, на вопросы поотвечаем, и увидимся уже в следующем видео, друзья, всем пока-пока.